Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала. В общем, бассейн детям взял недели, наверное, две назад. Вода вчера помутнела. Взяла и помутнела. Может, из-за того, что температура воздуха была огромная, бассейн нагрелся. Но это я почитал в интернете, якобы пишут, что когда используешь перекись, вот, то не рекомендуется, чтобы вода была горячее, да, теплее, чем 26 градусов, иначе может помутнеть. Я не знаю, я не специалист, поэтому буду верить людям, да, на слово. Вот, ну, вижу, что она стала мутная. И, короче, фильтр вот этот бумажный, из-за того печальный. Здесь, там я уже глушки поставил, вот. Здесь освободил, поработал он неделю и все, и качать вообще перестал. Мыл я его и мойкой, как там рекомендуют некоторые, каршером там на расстоянии. Снаружи вопросов нет, вымывается, но внутри вон там не вымывается ничем абсолютно. Хоть струю туда с каршера направляй, хоть струю там, я не знаю с чего, нифига он не вымывается. То есть буквально поработает там чуть-чуть, и опять он забитый и нифига не фильтрует. Вот насос вот такой, я не знаю, модель видно, не видно, я думаю, видно. В общем, попробовал я, как некоторые рекомендуют, сюда воткнуть синтепон вместо фильтра. Еще хуже. Просто некоторые просто сюда пихают синтепон, закрывают и говорят, что это есть хорошо. Но нифига не хорошо. Так не должно быть, мне кажется. В общем, сейчас будем делать самодельный фильтр вместо вот этого бумажного. Но немножко по-своему. Итак, ну, пришел на свой верстачок. Конечно, бардак, но ничего страшного. Суть ролика не изменится. Значит, фильтр вот этот. Он у нас 20 сантиметров. Не знаю, видно, не видно. Я думаю, видно. Короче, 20 сантиметров, либо 200 миллиметров, кому как нравится. Вот, возьму вот такую сантехническую трубу. Это 40-я труба. Почему не 50-ка? Чуть позже расскажу. Значит, 40-я труба сантехническая. Сейчас мне нужно обрезать. Наводись. Не хочет наводиться фокус. Вот, нужно обрезать, вот здесь я пометил, вот так вот, то есть срезать вот эту юбку, где резинка стоит, так, чтобы вот эта широкая часть осталась, вот, и потом от нее отмеряю 20 сантиметров, вот тут я пометил тоже, и отрезаю. Ну так, срезал, значит, вот оно, это колечко, вот это вот, где стоит резинка, вот так вот. Срезал. Все, резиночка это нам больше не нужна. Вот такая вот штука. Ну и, соответственно, отрезал ровно 200 миллиметров, 20 сантиметров, кому как нравится. Вот. Вот такая вот штука. Теперь сейчас сверлим. Я буду сверлить вот 18 пером. Ну, мне нравится размер. Можно взять больше. 20, можно взять меньше. Ну, мне вот нравится 18. Сейчас в хаотичном порядке просверливаем трубу по всей ее длине, со всех сторон, ну, как можно больше. Вот так это получилось в хаотичном порядке 18 сверлом. Все, сейчас оккультуриваем, обрезаем вот эти все соплячки, чтобы было все аккуратно, ровно и без вот этих штукенций.
Вот такая вот штука получилась после обработки. Вот это все произвольно, хаотично. В общем, из 18 размера он чудесным образом, эти вот отверстия, стали 20-ми. Что это дает нам? Большую пропускную способность воды. Зачищал таким своим рыбацким ножом. Вот, кривым вот этим для консервов. Он и внутри прекрасно чистит, и снаружи. В общем, ништяк. Так, теперь следующее, что отрезаем. Буду отрезать вот эти вот пятаки резиновые. Вот эти. Прямо вот брать тупо и эту бумагу отрезать. Сейчас отрежу, покажу. Зачем я делаю? Все узнаете немножко попозже. Итак, вот ножом отрезал вот эту бумагу. Вот она внутри какая. Если бы вы знали, какая здесь сейчас стоит вонь. Вообще капец. Вот она внутря, внутрянка. Вот она, вот это вся мусор весь. Не знаю, вот километр этой бумаги. Вот, но это не дело. Это не то, что я думал, не то, что я хотел. В общем, никуда не годится. Вот такие вот штуки. Сейчас их подровняю тут чуть-чуть, более-менее ровненько. Это более-менее отрезалось. В общем, для чего? Для того, чтобы ее вот сюда можно было одеть. А здесь она, значит, вот так, а здесь она вот не выскакивает. То есть, когда я буду наматывать синтепон и засовывать вниз, чтобы там ничего лишнее никуда не торчало, не попало. То есть было в такой тоже своеобразной бобине. Вот этим придавится. Ну, сейчас все, впрочем, сами посмотрите. Это внутренняя часть. Вот можно, конечно, ее использовать. Но, поверьте мне, труба, во-первых, тоньше, что дает больший слой намотки синтепона. Вот. А отверстия будут работать так же, как и эти. Но можно использовать и ее. В общем, поэкспериментирую и с этим, и с этим. Как-то так. Все, пошли к бассейну наматывать синтепон, ставить и проверять. Так, итак, мы возле насоса. Вот эта сеточка из фильтра. То есть, если мы ее поставим сюда, я не знаю, видно, не видно. Но она большеватая, она не держится. Можно вот так ее воткнуть, заткнуть вокруг нее синтепон. Как бы будет работать. Вот она, вот если сравнить, она такая же. Ну, чуть-чуть, может, меньше. Чуть-чуть. Из-за чего? Из-за того, что здесь стояли еще сверху вот эти вот резиновые штуки. Вот эта труба, 40-я, повторюсь, канализационная. То, что мы срезали здесь юбку, она вот сюда, на вот эту штукенцию, которая бортик в насосе, с таким одевается, с таким натягом. То есть, опа, вот, берем, одели ее, и она уже никуда не девается. Вот, то есть спокойно стоит, и можно это дело синтепон сюда заложить, и никуда она не сдвинется. Вот здесь крышка у нас, вот она крышка, вот эта часть верхняя, да, она прекрасным образом становится вовнутрь и не даст ей сдвинуться. То есть будет как бы центроваться. Пускай она там чуть-чуть больше в крышке, но тем не менее центр этот поймается. Труба, да, канализационная, она не даст синтепону сойтись. Вот. И будет воду брать по всей площади насоса. Что не было с тем, когда ее не было. То есть, если синтепон ткнуть сюда полностью, возле насоса он воду будет забирать, остальное работать просто не будет. Вот как-то так. В общем, сейчас ставлю штатив, кидаю вот таким вот образом сюда эту резинку. Она не вываливается. Для чего? Для того, чтобы синтепон, ну, не проваливался туда, куда не надо. Вот, не заходил. Вот как, ну, как фильтр. Становился так, чтобы и работал и синтепон.
Вот, как-то так. Все, сейчас прям наматываю, одеваю и покажу, что получилось. Так, ну, попробуем намотать. Это бон отрезал чуть больше, чем 20. Не знаю, там полные метры мне. Короче, на 200 рублей купил. Там, не знаю, подушку можно еще шить. В общем, одеваю. Я думаю, слышно меня в камеру. Вот одеваю сюда резинку. Она не проваливается. И начинаю наматывать сюда синтепон. Делаем фильтр, который можно будет чистить. Вот, ну, не знаю, на камеру видно, не видно. Но... наматываем, да и все. Что там говорить? Что рассказывать? Вот, получилась вот такая вот штукенция. Здесь трубу находим край обязательно. Вот, не знаю, видно, не видно, но синтепон не сходится до конца. То есть отверстия замечательные, то, что нужно. Вода будет браться со всего, как говорится, со всей площади синтепона. Вот, и засаживаем сюда его на место, где он должен быть. Трубу ставим. Здесь мы это дело вот так вот опускаем и прижимаем вот так вот, чтобы он не попадал нам под этот самый. Просто ее ставим, да и все. Дальше сверху, соответственно, крышка. Попадаем ее вот и закрываем. Все, сейчас остается запитать эту всю систему. Ну и посмотрим, как это работает. Ну, запитаем. О, он уже запитанный, в принципе. Так, осталось только подключить. Сейчас проверяем. Так, заработал, загудел. Все отлично. Пузырики пошли. Это все из-за вот этой вот штукенции. Насадка была какая-то с ним. Можно без нее. Тогда будет без пузырей. Функция джакузи. Как-то так. Все, отлично. Сейчас проверим напорчик. Ой, напор отличный. В принципе, то же самое, что было с новым фильтром. Когда он был совсем новый, еще чистенький. В общем, то же самое. Но теперь он у нас многоразовый. Буквально там, я не знаю, кусок отрезал. Он там себестоимостью выходит там рублей, я не знаю, 10-15 максимум. Ну вот, потому что это еще подушку можно из того синтепона сшить, что я взял на 200 рублей. Так что, кому понравилось, обязательно лайкосик, чтобы как можно больше людей посмотрело, как правильно сделать фильтр, чтобы он брал со всего, как говорится, со всей площади в воду. Потому что, ну, народ экспериментирует, вопросов нет, но нужно же делать это правильно. Не зря ж в бумажном фильтре стоит вот такая вот штука, чтобы бралась вода по всей площади. Все, всем пока, всем удачи. С вами был Санек. Еще увидимся. Впереди у нас самодельный скиммер для сбора грязи с поверхности воды.